Так, дети, урок окончен. Я рада, что сегодня все прошло у нас гладко. Все были сегодня молодцы, без приключений, без гипсов, без всяких ваших жвачек, без йогуртов. Поэтому всем спасибо, все были молодцы. До свидания. До свидания, Джессика Кэт. Ю-ху! Ребята, а кем вы хотите стать, когда вырастете? Ну, не знаю. Но когда вырасту, я хотел бы себе купить тачку последней модели и постоянно менять ее на новую, когда будет выходить. А вы, девчонки? Ну, не знаю. Я тоже еще не определилась. Но когда вырасту, я хочу иметь огромный дом с видом на речку с одной стороны, а с другой стороны на сосновый бор. А еще я хочу сниматься в кино, где-нибудь в Голливуде со звездами. А я уже знаю, кем хочу стать. Я хочу стать успешным человеком, как это сейчас принято говорить, бизнес-вумен большой компании по продаже косметики. Даша, а ты кем хочешь стать? А я бы хотела всю свою жизнь посвятить блогингу, снимать всякие крутые видосики, путешествовать и все это рассказывать и показывать своим фолловерам. Ладно, ребят, скоро урок истории начнется, погнали! Да, я надеюсь, то, что учительница по истории все-таки придет к нам на урок и не будет опять замены. Даша, а что ты в журнал положила учителю? Скоро сами все увидите. Я думаю, учитель истории опять от нас сбежит, увидев это. Джессика? И снова? Здравствуйте! Учитель истории у вас не хочет вести урок, поэтому я сегодня буду у вас на замене. Понятно. Это же... Он не настоящий, Джессика Кэт! Он пластмассовый! Да это же игрушка! Пластмассовая игрушка! Я теперь понимаю, почему учитель по истории не хочет у вас вести уроки. Шуточки у вас идиотские. Лера, передай мне мою игрушку. Ребятки, я забыла вам рассказать одну историю. Я сегодня утром шла на работу и увидела своего бывшего одноклассника. И как вы думаете, чем он занимался? Он лазил по мусоркам. Вы представляете? Разговорившись с ним, я узнала, что у него ни семьи, ни дома, ни работы нет. Он стал бомжом. Вы знаете, кто такой бомж? Это человек без определенного места жительства. А все почему? Потому что он в школе не учился, пропускал уроки, не слушался маму и папу. И вот к чему все привело. Поэтому вот почему важно хорошо, дети, учиться. Джессика Кэт, к нам это не относится. Мы станем успешными людьми. И для этого не обязательно хорошо учиться. Я вот тоже не всегда получаю хорошие оценки. Но когда вырасту, бомжом не стану. Да, мои родители тоже отличниками не были. Но сейчас у нас есть и квартира, и машина. У нас семья вообще прекрасная. К нам это не относится. Джессика Кэт, что вы этим хотите сказать? Бомжами мы не станем. Все с вами понятно. Открываем тетрадки и пишем число. Классная работа.
Даша, а эти бутылки подойдут? Да, нормально, бери, такие тоже принимают. Вау, класс! Даша, ты какие-нибудь песни знаешь? Да, знаю. А шо? Шо-шо? Смотри, шо я нашел. О, гитара. Игорек, ты молодец. Я тебе русским языком объясняю, чтобы до завтра эта работа была выполнена. Что значит у тебя нету времени? Если ты до завтра ее не выполнишь, ты будешь уволен. Понятно? Не может быть! Игорь! Даша! Игорь! Даша! О, смотри, цаца какая-то пришла. Ага. Да какая цаца? Игорь, Даша, вы что, меня не помните? Это я, Соня. Мы с вами еще в одном классе учились. Соня? Так, это наша территория, поэтому кыш отсюда. Да не нужны мне ваши мусорки и бутылки. Идите сюда. Ну, София Сергеевна, что вам надо от нас? Я в шоке, как вы до такой жизни докатились? Вы же были такими крутыми, топовыми блогерами. У вас было практически 2 миллиона подписчиков на канале. Я в шоке. А я не в шоке. Вот, школу закончил, не нашел работу, женился, разошелся и встретил Кошкину. А она такая же, и теперь мы вместе, и нам хорошо. Ну а ты чем можешь похвастаться, София Сергеевна? Ну, после школы я поступила в университет, проучилась там 5 лет. Потом поступила в еще один университет, тоже там проучилась 5 лет. После этого я открыла свой салон красоты и стала настоящей бизнес-вумен. Открыла свой бренд косметики, который популярен на весь мир. У меня продажи большие, ну, у меня в жизни как бы все хорошо. Но у вас, вижу, не очень. Вы же, наверное, голодные. Давайте я вас покормлю. У меня очень вкусные круассаны. Круассаны? А что это? Не знаю. Хавчик! Кошкина, хавчик! Да, видно, давно вы не кушали. Все, Соня, можешь быть свободна. Пока. У нас еще куча работы. Да, а я в школе думала, что в жизни у вас все будет намного лучше. Ладно, пока. Жили у бабуси два веселых гуся. Один белый, другой серый. Два веселых гуся. Ну давай, Игорь, играй, играй. Там денежки должны подсунуть, давай. Жили у бабуси два веселых гуся. Один белый, другой серый. Два веселых гуся. Благодарствую. Дай вам здоровечко, спасибо. Жили. Глазам своим не верю! Даша! Игорь! А кто это? Серега, походу. Да нет, девочка какая-то. Даша, Игорь, как вы до такой жизни докатились? Вы меня узнаете? Чё-то на Серегу? Не похож. Нет, не узнаем. Ты кто? Ну как же, одноклассница ваша. Лера, Лерок, Эклер. Помните, назвали? Валерия Максимовна.
Ну что, вспомнили? О, Лера! Эклерчик, привет! Ну, как у тебя жизнь? Рассказывай. Отлично! Сейчас снимаюсь в кино. Сбылась моя мечта. Живу в Голливуде, а сюда к родителям приехала проведать их. Сняли кино вместе с моими новыми друзьями. Дуэйн Джонсон, Кира Найтли, Джонни Депп. А у нас тут свой Голливуд. Игорь, давай нашу любимую. В траве сидел кузнечик, совсем как чагуречек, зелененьким он был. Представьте себе, представьте себе, зелененьким он был. Представьте себе, зелененьким он был. Ну все, друзья, пока. Была рада вас увидеть. А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы Волга и Сову, дело есть у нас. Игорь, мы бомжи, ты прикинь, мы бомжи, Игорь, мы бомжи, Игорь, мы бомжи, бомжи мы, Игорь, ты прикинь, мы бомжи. Так, что происходит? Я хочу много хороших оценок. Спросите меня сегодня и 2, и 3 раза. И завтра спрашивайте меня. И послезавтра, и послепослезавтра. И послепослепослезавтра. И вообще на всей этой неделе. И на послеследующей неделе. И вообще весь этот месяц. И вообще весь год. Джессика, пожалуйста!